Всем привет, дорогие друзья! С вами на связи Сергей Инсайдер, и вы на канале Insider Music. Сегодня у нас с вами рубрика «Реакция по вашим рекомендациям». Сегодня мы с вами смотрим клип, а также слушаем песню от Дэн Барелло «Оржак» и Рон Меленго. Песня называется... Я это не выговорю, так что название песни вы увидите в названии ролика. А мы не будем затягивать, усаживайтесь поудобнее, разворачивайте видео на полный экран, нажимайте вместе со мной кнопочку play, а мы начинаем, погнали! Оқташтарың көрсен бөгілім. Жай. Жай, күйі қойда. Мен адымны чүтікті, сен адымны өнде. Менің адым Отамай. Қайын келдің? Жобо, бірақ өсті. Туыла алтын. Отамай! Yok, koncu garip dedin oğlum. Yok. Tuzaklar sağlak koyun gibi. Onu okunatacağım. Tuzaklar gezeğinin ekip olgandır. Çoğuncu da yok buldu orayı. Чудок.
үзілбе Қарақтарың чайжын жоту бау Мені подава, мені көгіте Мені көрі жүң білі қылыбе Үғап тұрар жүректей албатарымда Хей, ұрадыр ұжарымда жалғынарым жоқ Хей, кенсек жүремді кенжек деветан Хей, керілді күнеттен баса үніп кер ажырбас Үғап тұрар жүректей албатарымда Хей, ұрадыр ұжарымда жалғынарым жоқ Хей, кенсек жүремді кенжек деветан Хей, керілді күнеттен баса үніп кер ажырбас Итак, дорогие друзья, вот мы с вами посмотрели новый клип, а также послушали песню от Дэн Борелла о Ржак совместно с Рон Меленго. Название песни, к сожалению, не выговорю, так что вы можете прочитать сами. И, дорогие друзья, по какой-то причине не работали у меня субтитры, поэтому я, к сожалению, не смог понять именно текст, о чем поется, но примерно смысл, исходя из концепции клипа, из того, как выстроен данный клип, а точнее, я бы сказал, что это какой-то фильм короткометражный, и прям это достойная, классная работа. Песня сама мне очень нравится, именно мелодия, как построена песня, как выстроен припев, как собраны голоса, два разных голоса в одну песню. Прям такие на разрыв, прям драйв такой, мощь. Мы с вами все прекрасно помним, как Дэн Борелла пел на шоу «Ты супер», и как он владел своим голосовым аппаратом, как он легко это все делал, переходил в различные регистры, пел в различных тональностях и также использовал свой народный
природный дар, вот этот вот самый хрип, точнее горловое пение, которое он применял и в песне Носкова «Паранойя», и еще в множественных песнях «Реакции» есть на канале, так что вы можете посмотреть. Единственный минус это то, что я не понял, о чем текст. Но смысл клипа, как я уже говорил, я в принципе понял. И исходя из того, что я увидел, что вроде бы как главному персонажу привиделась девушка, скорее всего, это был какой-то дух, и вот эта женщина, в роли кого она была, я не знаю, или мама, или бабушка, попросила шамана, чтобы тот сделал ему амулет-оберег, который будет отгонять вот этих самых злых духов, что, в принципе, в конце клипа и подтвердилось, когда главный персонаж решил попить воды, он снял с себя амулет, и тут же появилась эта девушка. Поэтому, основываясь на вот это, то, что я увидел, сделал такой вывод. Если я не прав, если я неправильно понял, какой смысл клипа, какой смысл песни, обязательно напишите мне об этом в комментариях. Потому что я очень расстроен, что не сработали субтитры. И я, к сожалению, не знаю, о чем поется в этой песне. Точнее, какой текст. Я очень рад, что у Дембрелла стали появляться свои песни, также и появляться свои клипы. Это очень круто. Я желаю ему творческого успеха, чтобы он развивался, чтобы песен было больше, чтобы таких клипов было больше, чтобы он нас, слушателей, радовал побольше вот такими красивыми и такими замечательными песнями. Если вам понравилось данное видео и вы хотите со мной что-то еще посмотреть или что-то еще послушать, обязательно оставляйте ссылки в комментариях. Я все комментарии читаю и на все комментарии отвечаю. Также не забудьте поставить лайк, оставить комментарий, подписаться на канал, нажать на колокольчик и порекомендовать наш канал своим друзьям. Ссылку на канал Дембрелла я оставлю в описании под видео. А у меня на этом все. С вами был на связи Сергей Инслайдер. До новых встреч. Пока-пока. Берите себя.